Просто сразу клип. На поля. Окей. Йоло. Так. Не могу. 3 дня назад. 65 тысяч просмотров, друзья. Смотрим внимательно. Не могу спать, не могу спать, я. Не могу воркать, я. Не могу трахать другую, я. Почему хочу только тебя, сам не понимаю. Да мне похуй, да, с кем ты там вчера была. Один дома я, и я знаю, ты одна. Да это, блядь, мой шанс сказать, что я не... Клип лучше гораздо, чем трек, сразу тебе могу сказать. Сказал, помнишь наш закат с квартиры моей хат. Он до сих пор там. Но мы, блядь, разные города. Поиск, да, стараешься создать мягкость. Тачку ко мне заказал. Ехать тебе еще долго. Включила в уши мой голос. Помню тебя только. Больше мягкости, да, надо здесь. Тюн неудачный, больше мягкости надо. Вот в целом, как идет динамика вот этим кубарем, да, как тебя вот оно накидывает, оно вот закручивает инструментал и клип. Инструментал и клип очень подходят. Не могу спать, не могу спать, я. Не могу воркать, я. Не могу трахать другую, я. Почему хочу только тебя, сам не понимаю. Да мне похуй, да, с кем ты там вчера была. Здесь тоже, да, тебе приходится бежать за битом. Да мне похуй, да, с кем ты там вчера была. Я пытаюсь попасть в бит, получается хуйня. Немного, да, вот немного. Не могу спать, не могу спать, я. Не могу воркать, я. Не могу трахать другую, я. Почему хочу только тебя, сам не понимаю. Да мне похуй, да, с кем ты там вчера была. Один дома я, и я знаю, ты одна. Да, вот эти динамики, хоп, рвано, бам-бам, назад, вперед. Я не сказал, помнишь наш закат. Да, прикид прикольный, да, шапочка, да, все такое, да, вот облака, все так. Сейчас посмотрим, как развиваться будет. Ой-ой-ой, блин, жестко порыв. Помню тебя только год. Пепел на пол, ты в окно. Я люблю думать о том, как она мне сейчас засёк. Полосы ЛТ, её связь не лось. Слышу от неё слова I love. Респект за кролика, и вот этот парт вроде неплохо идет, более-менее, это лучший из того, что здесь есть, да, такой deep voice. Что заснул спокойно. Не могу спать, я. Не могу воркать, я. Не могу трахать другую, я. Почему хочу только тебя, сам не понимаю, да. Текст очень слабый. То есть даже зацепиться ухом не за что. Мне похуй, да, с кем ты там. Хорошая работа проведена над клипом. Вообще жестко. Вчера была, один дома я. И я знаю, здесь ты тоже, одна. Очень хорошо прочувствовали атмосферу те, кто делали клип. Именно атмосферу инструментала. К сожалению, исполнение и текст пока не вывозят. Клипец топ, но мы не можем взять его, потому что он, ну, блин, вряд ли пройдет с такой песней. Помнишь наш закат с квартиры моей хат. Он до сих пор там, но он не видит нас. Но мы, блядь, в разных городах. Круто, отлично заканчивает, отлично, круто. Вот этот флешбэк такой, да, вспышечка? Пах, и ушел, да, замедленный. Хороший визуал, кто делал? Непонятно, а нет. Домоменик. Понятно, я помню вот это, да. Видос мощный. Блин, ну, я не знаю, что сказать, да. Клип отличный, покрашено хорошо. Да, то есть видно, что... Я помню этот ник очень хорошо, и видно, что клип... Ну, как бы... Короче, клип на 2 порядка выше, чем песня. На 2 порядка, не на 1 порядок, на 2 порядка.
Даже вот лицо, вот это все, вот, вот здесь, вот это, вот тут нюансы там всякие с курточкой, да, там графика. Вот это все. Очень круто. Мягкости немного не хватает. Три номинации у него по клипам. Ну, в общем, да. Ну, ясно, короче. В общем, понятно. Бро, клип мега топ, правда. Отличный клип, вопросов нет. Цвет прекрасный. Все ракурсы, даже вот вроде мелочь, да, вот все как оно стоит, да, пирамидка, треугольник, все очень красиво сделано. Легкости не хватает, текста не хватает. То есть ты не даешь чего-то необычного. И мне кажется, пока, знаешь, что самая главная проблема, если немного по треку сказать, самая главная проблема, что ты пока как бы не чувствуешь вот, это, вот эту легкость, да, тебе приходится попадать туда. Мне кажется, это не, может быть немного не твое. Ну, вот по ощущению, да, вот как будто ты себя перебарываешь немного. Почему хочу только тебя, сам не понимаю, да. Почему хочу только тебя, сам не понимаю. Мне похуй, да, с кем ты там вчера была, да, один дома я. Сведён охуенно. Короче, работу очень большую делают, вот. Все как ты, да, даже, блядь, это даже на ютубе мы слушаем. Я почти убежден, что там охуенный звук у этого трека. Охуеть просто. Тачку ко мне заказ. Сейчас на всем. Полосы ЛТ, ее связь не лось, не лось. Слышу от нее слова I love, да урубляться. Ебанутое качество вообще. Спасибо за большую работу. Человек вкладывается в творчество, это сразу видно. И за это респект огромный. Мне кажется, ему надо просто поискать себя по вайбу. И даже если инструментал он чувствует, как написана песня. Вот мы только что обсуждали на предыдущей песне, что иногда ребята пишут себе ритм не тот. Ему надо спокойно понаваливать под бит без текста. Вот прям ему точно этой темой надо заняться. То есть надо придумать ритм именно ему самому. Даже не обращаться к ребятам. Если вдруг это происходит, что кто-то там из профессионалов что-то как-то делает, ему надо саму почувствовать свою историю. А вот когда он напишет уже какой-то... скелет ритма, может быть, там пусть кто-то поможет, да, поднакидывать, потому что текст-ток тоже слабоват, может, сам пишет, не знаю, но в целом, блин, ритм надо, главное свой найти, свой ритм, чтобы голос шел, да. То есть тарабарщиной пойти, да, вот поработать и погружаться, покрутить, найти самое лучшее, записать, и потом забить это текстом, да, и все. Видно, сводят ему топовые люди, работает с визуалом, он топово, как бы все топ, да, все топ, прикиды, дрип, все отлично. Просто опыта поднабраться, не знаю, остальное безупречно. Внешний вид, стиль, качество звука, инструменталы, видосы, бля, вообще жесть. Спасибо, круто. Все норм. Стилек что-то не знаю, что-то не то. Спасибо.